И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и сегодня, ребята, мы поиграем с вами в игру под названием Чернобыль Ликвидаторс Симулятор. Друзья, я следил за развитием данного симулятора и скажу так, что в Steam сейчас он доступен всего лишь демо-версией, в которой может практически поиграть каждый, так что заскакивайте скорее в свой Steam. И всем тем, кто обожает симуляторы, в особенности тем, кто любит симуляторы наподобие каких-то техногенных катастроф, произошедших на реальных событиях, добро пожаловать. Чернобыль Ликвидатор Симулятор. Ребята, симулятор, сразу повторюсь, выйдет, по-моему, в 4-м квартале, либо в 3-м квартале этого года, полностью уже собранным. Вот. Сейчас можно поиграть просто в демку. Что собой представляет симулятор? Симулятор представляет собой, знаете, поиграть за всех тех персонажей, которые участвовали в ликвидации самой большой техногенной атомной катастрофе в истории человечества, а именно Чернобыльской аварии на атомной электростанции, когда взорвался 4-й энергоблок. Вот. Сейчас достаточно очень много планируется выходов симуляторов, связанных с Чернобыльской атомной аварией. Все на фоне того, что года два назад у нас прямо-таки ума и сердца захватил сериал от канала HBO «Чернобыль». Поэтому на фоне этого стали множество развивать компьютерных игр про Чернобыль. Ну что же, ладно, давайте начнем новую игру и посмотрим, что вообще будет в будущем представлять из себя этот симулятор. Да, конечно, сейчас он полностью на английском языке, но в дальнейшем также будет и на русском. Ждем загрузки. Кстати говоря, если это тот симулятор, о котором я думаю, то это будет просто бомбезно. По крайней мере, я ожидаю от этого симулятора всего того экшена. Да, конечно, это было очень страшно. Погибло множество людей. Ликвидаторы также рисковали своей жизнью. Но я хочу в этом симуляторе, знаете, погрузиться во все то, что испытывали герои того времени. Да, именно герои того времени, когда они участвовали в ликвидации Чернобыльской аварии. Апреля 1986 года случилось самое страшное, что человечество и Советский Союз на то время не мог предположить, что
такая катастрофа повлияет в дальнейшем на будущее всего мира. Взрыв. Чернобыльская катастрофа. Пожар между третьим и четвертым энергоблоком. А люди там есть? Да. Ну что же. Начало неплохое. Достаточно интересные такие заставки, насколько ты мог видеть, да? То есть прогресс полным ходом шел в СССР. И просто такая авария повлияла на дальнейшее даже существование, как бы скажем так, да? Ну, ладно. Не то чтобы существование. Так. Я так понимаю, сейчас мы взяли роль на себя пожарного, возможно, даже Василия Игнатенко. Ну, по крайней мере, судя по сериалу «Чернобыль» от канала HBO, главный герой пожарным, пожарный был Василий Игнатенко, один из тех пожарных, которые первыми прибыли на катастрофу. И получили очень огромную дозу радиации, от которой в скором времени, спустя 2 недели, они скончались в московской больнице. Так, это лейтенант Провюк. Вот здесь нет, я ошибся. Хорошо, я понял. Двоечка, шоу, спейсбар, пробел, shift, спринт. Окей, я понял. Так, что у нас по качеству? Подожди. Опция. Что-то у меня сильно подлагивает. Сейчас мы немножко это исправим. Вот она, та самая атомная электростанция, четвертый энергоблок. И посмотри, какой бьет луч света в небо. То есть, все радиоактивные материалы вот таким лучом светились в небе. Да, это действительно так. Так, ну что же, посмотрим физически. В принципе, достаточно нормально, детально проработанные автомобили того времени. Ладно, разрушение. Так, что нам нужно сделать? Так, по-моему, пожарные бригады уже там есть. И нам сейчас предстоит, наверное, тушить пожар. Так, будьте осторожны. Да, не прикасаться ни к каким радиоактивным материалам. Это я понял. Так, слева внизу у нас, кстати, по-моему... красное, простите, это здоровье, синее непонятно что. Я не понимаю пока что. Может быть, уровень радиации или что? Так, пожарные бригады уже работают. Так, хорошо, я понял. Ну, пока что у нас все на английском. И что нужно сделать? Открыть кран, повернуть, подключить шланг, окей. Достаточно очень все легко. Collect the shovel. Так, хорошо, я понял. Так. Пожарные бригады. Оу, лап. Помехи? Оу, подожди. Русская озвучка уже это очень хорошо. Да, это будет, ребята, не самый легкий вариант, конечно. Так, что нужно сделать? Расчистить? Подожди, а, вот, подожди, в инвентаре эта карта. Так, блок 3, блок 4, ну пока что... А, вот мы, то есть, здесь сейчас с вами находимся. Ага, хорошо. Так, карта у нас, подожди, на двойку, на тройку, четверка, пятерка. Так, а я же взял, по-моему, лопату. А вот мы можем сейчас тушить пожар. Подожди. Давай попробуем. То есть вот таким образом. Хорошо, я понял. Меня очень слепит. Я не могу сейчас ничего делать. То ли я теряю сознание, то ли что. Fires by the wall. Нам нужно что-то сделать с лестницей.
Так, подожди. Может, здесь надо перепрыгнуть? Или обойти с той стороны? Пока что я немножко не понимаю, что нужно сделать. Расчистить проход. Ну, давай попробуем перепрыгнуть просто здесь. А, ну вот здесь по завалам можно спокойно перебраться. А вот здесь, наверное, придется тушить вот это пламя. Иначе мы не пройдем просто, да? Скорее всего. Ой-ой-ой. А вот это мне, кстати, очень знакомо. И, кстати, я смотрю, помехи появились. Появляются помехи. Опа. Это у нас, по-моему, куски графита. Куски графита. Да-да-да. Именно тот радиоактивный графит. И посмотри, насколько у нас упало уже здоровье. Так. Нам нужно что-то с этим делать. Как бы мне сейчас не умереть вообще. Ой-ой-ой. Понятно, находясь рядом с этим материалом, не стоит, я тебе скажу, задерживаться надолго. И чем быстрее, тем лучше. Так, ну, по-моему, мы погибли, да? Это было не очень удачно. Хорошо. Чем быстрее, тем лучше. Теряется выносливость. Синяя — это выносливость. Да, господи, да чтоб тебя. Так, хорошо, пробуем еще раз. Есть какие-нибудь пути обхода? Путей обхода... Может быть, перелезть здесь? Здесь вряд ли получится. Так, здесь все разрушено. Здесь я явно не пройду. Будем пробовать тушить пожар. Хорошо. Ну, если и сейчас не удастся, я не знаю тогда, где нам обходить. По крайней мере, пламя, по-моему, тушится, и я не теряю здоровья. Да. Все нормально. Так. Убирай шланг, залезай. Залезай, залезай, давай. По-моему, еще куски графита или нет? Нет, больше кусков графита нету, это хорошо. Но здоровье теряется довольно-таки очень быстро. То есть, по-моему, посмотри, даже раскалена земля, по которой мы ходим. Так, ну я сейчас опять начну умирать. Реально, я сейчас опять просто погибну. Потушить пожар здесь. Все, я теряю сознание. А тут есть какие-нибудь аптечки или что-то в этом роде? Вот просто объясните мне, как это работает. Вот как я и говорил, в принципе, да? А, то есть, подожди, мы, по-моему, потушили. Хорошо. Мы где-то уже, по-моему, на крыше энергоблока, да, разрушенного. Ох, боже, когда выпустят... полную версию игры. Ох, это будет просто нереально в это играть. Будет очень достаточно тяжело. Так. Get new orders. Я понял, получить. Подожди, аптечка. О, аптечка, есть аптечка. Это хорошо. Что здесь есть? Жгуты. Какие-то шприцы. А как этим пользоваться? Непонятно, в неполной версии. Так. Кусачки. Лом.
Хорошо, я понял. Нам... А, вот теперь нам нужно забраться по лестнице на самый верх. Да, я представляю, насколько это было... Ой-ой-ой-ой-ой. Насколько это было тяжело и... Боже, что испытывали ребята пожарные на то время, когда они были в этом аду. Так, мы видим пару ученых, еще один пожарный. По-моему, всех тошнит от того, что все получили уже огромную дозу облучения. Музыкальное оформление мне достаточно нравится. А вот и та самая злополучная крыша четвертого энергоблока. Блин. Достаточно нормально, детально обработана и внесена в игру сама атомная электростанция. Ну, по крайней мере, вот все переходы, разрушения на то время, да, сделаны так, как они выглядели. Так, нам нужно здесь потушить огонь, пожар. Блин, я теряю ХП. Я теряю ХП, наверное, из-за того, что опять здесь какие-то графитовые куски, стержни взорванные валяются на крыше. Просто как тушить пожар на таком расстоянии? И, блин, я немножко не понимаю. Вот то ли поливать все водой то, что у меня под ногами, потому что здесь все шипит, просто шипит, раскалено. Так, хорошо. Ну что же, ладно, давайте действовать очень... Так, понял. А, вот пожар, наверное, вот все горит, крыша. Я понял, что я опять не понял, я опять погиб. А, можно как-то это все обойти, попробовать, может, здесь. А, ну да, скорее всего, хорошо. Мне кажется, сейчас я опять просто погибну. Хотя нет, посмотри. Достаточно быстро тушится, да, огонь. Просто надо, знаете, искать место обхода, я понял. Да, все достаточно раскалено, посмотри. И приходится поливать каждый сантиметр поверхности, чтобы хотя бы выжить. Так, ну здесь я, в принципе, пройду спокойно. Хорошо. Но нам нужно попасть как-то вот на ту сторону. Здесь все закрыто, здесь... Так. Еще один пожарный гидрант. Угу. Хорошо, я понял. Это то ли перед подсоединением какое-то, то ли что. Не ясно. Пока что не ясно. Медпаков у нас нету, к сожалению. Мы не можем использовать никакие, блин, аптечки. Хотя мы их с вами набрали в самом начале, да? Ну, насколько ты видел. Так. Потушить пламя здесь, давай. Поливаем. Тушим огонь. Ох,
Ох, блин, когда эта игрушка полностью выйдет в Стиме, я обязательно ее постримлю, я обязательно ее пройду прохождение. Я так понимаю, ну, здесь не только за пожарных ты будешь играть, а и, возможно, за какой-то персонал атомной электростанции. Возможно, за военных. За каких-то гражданских лиц. Я не знаю. Честно говоря, пока не знаю. Не могу догадываться. Ну, примерно могу представить себе. Пламя наверху почему-то не сбивается. Хорошо. Знаете, сейчас мне это напоминает симулятор Firefighters Simulator. Давно-давно я снимал эти прохождения на канале. Да чтоб тебя. Что за фонари? А, вот еще что нас убивает. Графитовые осколки стержня, я понял. Смотри, они, видишь, фиолетовым подсвечиваются. Я понял, лучше, наверное, их просто обходить. Мы получаем сразу смертельную дозу радиации. Пока что это демка. В дальнейшем придется, конечно, все делать очень-очень намного аккуратнее. Да, достаточно долго тушится огонь. Ну, я скажу, этот симулятор, скорее всего, получит заслуженную семерочку из 10. Это 100%. Так, окей. Нам нужно как можно быстрее... Так... Подняться вот на ту лестницу. Так, урон мы не получили, это прекрасно. Тушим воду здесь. Блин, а как же нам придется в дальнейшем бороться с этими графитовыми осколками? Реактор просто полыхает. Так, по-моему, закончилась вода, да? Хорошо. Ну, по крайней мере, мы можем сейчас забраться, наверное, на крышу 4-го энергоблока разрушенного. Неподалеку Припять. Так. Разрушенная крыша, лестница. О, боже, я упал, разбился. Хорошо. Подожди. Может быть, открыть как-то эту дверь? Нет. Здесь я тоже пытался пройти. Ну, значит, да, прямиком, наверное, вот здесь. Стой. А может быть... Через... Блин, меня убивает радиация, по-моему. Да, меня радиация убила сразу. Нет, ну наверняка нужно идти вот здесь. Разрушенная лестница. А, подожди, мы же брали это самое. Да. Мы же брали кусачки. Так. Хорошо. А вот теперь нам нужно переподключить шланг, я понял. Хорошо. Вот. Да. Окей. Проход открыт. Теперь можно идти, наверное. Наверное, вот здесь аккуратно вот так до верха, до самого. До самого верха. И, блин, как-то вот сюда прыгнуть. Фух. Это было достаточно стрёмно. Окей.
Или синяя это вода? Я не, немножко я что-то пока не догоняю. Так. Потушить пожар здесь и перепрыгнуть на ту сторону. Окей. Так. Ну, теперь будет очень опасно. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, хорошо. И как это сделать? Подскажите мне хотя бы просто. Лестница есть какая-нибудь? Как взять лестницу и ее кинуть туда? Блин, нужно подумать. Вот. Все, я сделал это. Просто надо было, да, на шифте перебежать и прыгнуть. Так. Блин. Опять все горит. Нам нужно перейти на северную сторону. Блин. Опять куски урана. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Это очень больно. Меня это убивает. Так, придется его, наверное, сейчас скидывать. И чем быстрее, тем лучше. Давай-давай-давай-давай. Лопатой и быстрее. Выкидывай с крыши. Просто выкинь его. Все. Замечательно. Так. Блин, куда нас занесло? Тушим. Тушим там огонь. А что мне нравится, это вот эти вот помехи, знаешь, появляются, как знаешь, когда действуют какие-то огромные радиоактивные волны и все прочее. Огромная радиация. По-моему, мы идем прямо в центр. Мы идем, по-моему, прямо в центр всего того, что может быть. Где сам разрушенный расплавленный реактор. Так. Подожди. Ну, если мы открываем эти двери, то здесь, наверное, что-то должно быть. Какие-то записки. Так, хорошо. Это, наверное, скорее всего, в дальнейшем будет по лору игры. Пока что нам это не нужно. Ого. Вышибать дверь с лопаты. Такое впервые я вижу. Ну, ладно. Жарковато. Да, но я думаю, что у этой игры в дальнейшем будет, наверное, какая-нибудь сюжетка или еще что-то. Так, на пути, самое главное, больше нету расплавленного какого-то графита или еще что-то. Ой-ой-ой. Да, мы уже хапнули не слабую дозу радиации, я тебе скажу. Так. И что нам? Ого. Так спокойно просто разбиваем рукой? Ну, хорошо. Просто повалили небольшую каменную балку, окей. Блин. Так. Я понял. Так, следующий проход у нас здесь. Это, в принципе, я уже знаю. Слушай, знаете, напоминает мне игру под названием Alien Isolation. Тоже такая бродилочка. Достаточно интересно. Давно я не играл вот в такие симуляторы. И для меня это сейчас достаточно сложно, честно признаюсь. Так, окей, пламя потушено.
Блин. Да чтоб тебя. Твою за ногу, мать. Проход здесь, проход. Прыжок, давай, давай, блядь. Прыгай. Ох, блин, это охереть, как сложно было для простого пожарного в то время. Но это реально, ребята, это герои. То, что они сделали для всего человечества. И очень много. Это точно. Ну и что? Четвертый энергоблок, мы дошли? Разрушенный четвертый энергоблок. Огромная доза радиации. Да. Ну, скорее всего, мы погибли. Прямо на месте, хотя... Наверное, в дальнейшем раскроется какая-то... Дальнейшая судьба данного пожарного. И, возможно, не знаю, поиграем за других героев. Продолжение следует. Ну что ж, на мой взгляд, симулятор достаточно... Начало, по крайней мере, достаточно интересное, и то, что я ожидаю от него в дальнейшем, я это увижу. Да. Ну что же, ребята, это был демо игры под названием Chernobyl Liquidator Simulator. Ждем полной версии, обязательно поиграем, пройдем ее, запустим стримчанский. Ну что же. Нас ждут, наверное, большие головоломки и все прочее. И увидим лор игры. Ну что же, пальчик вверх, подписочка на канал. Всем пока-пока.